Создатели фильма о 300 спартанцах не пожалели усилий, представляя Леонидаса и его отряд как эталон мужества и храбрости. Это достойно. Но битва Вагананс была предана забвению. Во время войны Вагананс 481 года вблизи деревни Акор отряд из 300 бойцов под командованием Вагана Мамиконяна, племянника Вартана Мамиконяна, вступил в бой с 7-тысячным персидским войском. Персы, увидев малочисленность армянского войска, подумали, что армяне сошли с ума и добровольно пришли умирать. Однако армяне, благодаря искусной тактике ведения боя, атаковали и разгромили персидскую армию, убив военачальника. Не выдержав атаки армянского войска, персы в панике бежали, неся огромные потери.